их переубедить никого невозможно. Российский актер Владимир Гостюхин, который снимался в популярном сериале «Дальнобойщики», дал интервью российскому Первому каналу, в котором пожаловался на свою собственную сестру, живущую в Харькове. По его словам, сестра посмела осуждать обстрелы собственного города и выступить против России. Актер с возмущением рассказал, что с его сестрой стало просто невозможно общаться, так как она все время присылает ему фотографии обстрелов и разрушений, которые наносит Харькову российская армия. А это приносит Гостюхину невыразимые душевные страдания. А вы с кем-нибудь сейчас находитесь в диалоге из людей, которые на Украине живут? Нет. Моя сестра, я начинал с ней разговаривать, там вообще просто невозможно было говорить. А где, значит, сейчас сестра? Последние мои сведения, она в Харькове. В Харькове дети уехали, а она там. И она все время мне присылает какие-то там разбитые, вот этого Харькова нет, вот это все Путин уничтожил, вот это все. Ну, какие-то там эти их фотографии. Такая нехорошая женщина. Путин ее бомбит для ее же собственного блага, а она еще и недовольна. Присылает какие-то, понимаешь, фотографии обстрелов, разрушений. Ей, видите ли, не нравится, что ее город бомбят. Да где такое видано вообще? Но вы не пытались ее переубедить, сказать? Да вы что? Катя! Побойтесь Бога. Их переубедить никого невозможно. Ужас какой. 2 года бомбим Харьков, и все, никак не можем переубедить. Ох уж эти украинцы, вот все никак не могут понять, что их-то убивают ради их же собственной пользы. И знаете, мне вот так нравится, как он с таким негодованием вообще это говорит. То есть он, дед, реально не въезжает, типа, да как так-то? Че это украинцам не нравится, когда по ним бьет российская артиллерия? Все же да должны быть рады. Че такая реакция? Откуда столько ненависти к России? Вы же с дочерью младшей тоже не стали общаться после этой ситуации. Ну, она вашей позиции не разделила. Мне это странно. Да вообще странно. Дочь тоже что-то не поддерживает убийство украинцев. Общаться почему-то не хочет. Просто необъяснимо. Как такое вообще может быть? Я обращусь к тем ребятам, которые сейчас на самом острие нашей жизни. Там, добивая то, что не добил мой отец, это надо уничтожить, чтобы это больше к нам не возвращалось. Когда-то в Украине показывали российский сериал «Дальнобойщики». И этот сериал действительно пользовался популярностью, поскольку его показывали несколько лет. И в первую очередь, конечно же, его смотрели зрители с востока Украины, как любой российский сериал. И в том числе, конечно же, наверняка жители Харькова. И вот теперь актер из этого сериала призывает российскую армию посильнее бомбить Харьков и уничтожать своих же собственных зрителей. А когда ему присылают последствия вот этого, ну, фото последствий, да, разрушения, жертвы, сколько очередной российский обстрел людей убил, он возмущается. И он с таким искренним непониманием говорит, что мне присылают, типа, да как так? То есть он не понимает, почему в Украине такая реакция. Он искренне не понимает, почему украинцы недовольны. Как же так? Почему украинцы не поддерживают бомбардировки самих себя, своих же собственных городов? У него в голове не укладывается. Типа, да как такое вообще может быть? Там же все должны быть рады в Харькове. Выходить на улицы там с российскими флагами. Да, говорят, еще, давай, шарахай по нам. То есть, вы представляете, что у них в головах? Вот просто, что у них в головах? И еще более потрясающе, что эти люди реально там верили, но, очевидно, до последнего, что украинцев при этом можно переубедить. То есть, ну, знаете, обстрелы – это фигня. Там ракеты, бомбы, артиллерия там бьет по вашим домам. Это вы внимания не обращайте. Главное, вот давайте мы вас переубедим, что это, типа, поверьте, что это для вас, ради вас, что вам было бы лучше жить. И как бы все ок. И они считали, что вот они сейчас нам так скажут, да, и все отлично. Украинцы прям просияют от радости и скажут, вот чего вы нас бомбите, это, оказывается, ради нас все. Ну все, теперь-то как бы никаких претензий нет.
Ну, абсолютные фрики, абсолютно поехавшие люди. Но я считаю, что такие видео тоже надо распространять, чтобы, в общем, смотрели все и чтобы, ну, люди видели, насколько свихнувшийся, насколько поехавший, насколько выживший из ума вот этот нынешний российский фашистский режим, который поддерживают вот такие людоеды. Поэтому поделитесь видео, оставьте комментарий или лайк, чтобы оно набрало больше просмотров, и обязательно подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.